Она летает, она под водой плавает.
Чаечка гоняет. Разнимем чайку, как летает. Пошла на посадку. Вот их тут много. Кайфуют против ветра эти чайки. Крылья поставили. Держится, не напрягаясь. Это как на машину холостую кинул и покатился в сторону. Вот так же чайки. Там еще какие-то компоненты делают. Видите, целые вагончики стоят. Мне даже говорят, они мужик на рынке в Испании приезжает. Вот эта стая птиц. Варится прямо возле моря. Я вначале даже не поверил. У него вагончик там внутри парил. Да? Походу наелись, уплылись. Не хотят они здесь базировать. Чайки ждут, что море что-нибудь накинет. Остатки рыбы от дельфина. Ветер получается северо-восточный. Оттуда. Север получается там. Восток получается там. Ветер дует между ними.